И это состояние еще подкрепляется тем, что, кажется, я успеваю доехать на Тбилиси Open Air. Это трехдневный фестиваль. В этом году он наконец-то проводится, потому что, по-моему, 2 года он не проводился из-за того, что, ну, коронавирус, там вот эта вся история. В этом году он проводится, и хедлайнеры сегодняшнего дня Океан Эльзы, потрясающие абсолютно, ну, чё ж говорить, если не знаете, я их обожаю. Собственно, они выступают, они... По идее, они 2 минуты назад должны начать выступать. Вот. Ехать нам минут еще 20 примерно. В общем, думаю, что успею. Классно. Ну, просто вообще магия. Я, если честно, не думал, что так успею. Успеваю. Так. Мы тем временем, кажется, пришли. Все, прошли. Прикольно, что меня вот с этой малышкой взяли. А на рок-ам-ринге с этой камерой не пускали, поэтому я ее оставлял в отеле. Здесь, собственно, все welcome. Можно снимать. Класс. Это первый ее поход на большой Open Air. Концерт удался, и грязимес был, и все, что только можно было, и классные места на холмике. На моих лучше видно, мне белые. Очень замечательно. В лучших традициях все началось на 2 часа позже, ровно на 2 часа позже. Группа должна была в 23:15 выступать. Собственно, мы, зная это, приехали вовремя. Приехали на час позже и успели увидеть все, и даже больше. Успели измазаться в говнище. Успели посмотреть на концерт, на упоротых людей. В общем, все, за что люди любят фестивали музыки. Вот, теперь следующий челлендж. Залезть в такси и доехать до дома, и потом вот это все дело отмывать. Удачи!